всей России. Встречайте заслуженные артисты России, заслуженные деятели искусств Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский. Первое произведение, которое прозвучит в исполнении академического хора, это гимн святому равноапостольному князю Владимиру в честь 900-летия крещения Руси. Программы хора. И сегодня прозвучат для вас эти прекрасные песни в обработках Александра Архангельского. Сейчас прозвучат две песни. Это испанская народная песня «Тихо, лодочка плывет» и итальянская народная песня «Все тихо в час ночной». Thank you.
Спасибо.